Канал ВО с Юлией Ковальчук. Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня приготовлю безалкогольный мохито. Начинаю готовить. Нарезаю лайм на тоненькие ломтики. Два кусочка лайма я оставила для украшения, остальные кусочки отправляю в стаканы с толстым дном. Листики мяты также отправляю в стакан. Деревянной толкушкой хорошо разминаю листики мяты и лайм. Добавляю в стакан лед и наливаю спрайт. Украшаю мохито лаймом и мятой. В мохито есть все, что нужно знойным летом. Пряность мяты, свежесть лайма и спрайта, холодок льда. Приятного вам аппетита и отличного летнего настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всем хорошего и доброго. До новых кулинарных встреч.